Где я? Кто ты? Я Фантайм Фредди. Я Бон-Бон. Я один из аниматроников человеческой душой. Мне об этом рассказал марионетка. Очнулся я в здании под названием Sister Location вместе с Бон-Боном. Решил погулять, и тут на меня напал какой-то клоун. И теперь я здесь. А ты? Это долгая история, друзья. Ладно, ладно, понимаешь, что ты мне хочешь рассказывать. Ты наверняка много пережил. Знакомься, это Фантайм Фокси. Она тоже в Sister Location была. Ну, мне пора. Удачи тебе. Прощай, Бон-Бон. Сестра, ты чего там стоишь? Быстрее заходи в корабль! Сестра! Сестра! Привет, красотка! Что такое? Что-то не так? Может, ты еще не ощущала боль от ножа? Сейчас почувствуешь! Нет! Сестра! Черт. Что? Нет! 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 Hey, someone keep track of my head, man! Boy! Это было воспоминание! Стой, я сказал, что ты там делаешь! Hey, knucklehead! I'm talking to you! Bonk! Забрал все мои силы. Без них я не смогу выбраться. Довольно! Я больше никакой не Фредбир. Теперь я Голден Фредди. Глупец. Фредбир был могущественнее, а ты... Позор! Из-за тебя я близким и другим навредил! Не будь глупцом! Вместе мы захватим весь мир, повинуйся! Нет, твое время вышло! Фредбир, с тобой все в порядке? Отныне Голден Фредди! Я здесь главный. Нет, тебя больше не существует. Что? Проклятие.
Ну вот и все. Наконец-то. С Фредбером покончено. Теперь я Голден Фредди. Теперь я больше никогда не буду совершать никаких злодеяний. Буду творить только добро. Чика? Что ты хочешь? Короче, тут такое дело. Да, это я тогда с тобой сражалась. Неважно.